Здравия желаю, морячки. Привет, подводнички. Че, сейчас будем учиться выживать? Среди седьмых. В мире боли? Ну, ничего. Ну, да. Ну, для нас это мир боли, по идее. Да. Ну, да. Конечно, не десятые уровни, но... Четыре пятерки. Но, учитывая, что Конга дальнобойный у тебя, и Киров тоже дальнобойный, у него еще и корректировщик есть, то есть... Помимо всех его плюсов остальных, скорости хода там и так далее, у него еще и корректировщик есть, то есть который удлиняет. Я особо соваться не буду. А кто будет? Мне против Нагата делать особо там нечего. Чего это? Ну, понимаешь, тут разве кто... Разве что покусать. А, ну Миёка может соваться, кстати. Я же говорю, я разве что покусать могу кого-то. Кусай, кусай. Не так стесняйся. И... Ох, у них Киров какой-то подорванный побежал на базу. Ну, он тоже, наверное, решил, что... В принципе, жить ему недолго. И решил он взять базу С. Ну, а там уже наш эсминец на той базе. И учитывая, что там линкоры проходят два, и они уже пустили корректировщиков, то эти крейсера могут получить. Единственное, что... Какой-то из вражеских эсминцев берет базу Б. У нас что-то крейсера ничего не делают. Стоят вроде как на месте. Пока пойдем посмотрим. О, уже так. Начинаю кого-то замечать. Это плохо, господа. Очень сильно. Что-то лагануло. Это что? Так, чутка. Надо разворачивать. Ой, как нашему эсминцу дали по щам. Четыре попадания. И чё, как говорится. Это кто ж тут у нас такой? А, Пинсакова. Так, это Фусик. Это по Пинсакова. Пинсиколя давай. Сейчас дам, подожди, дай перезарядиться. Бери, перезаряжайся. Почти перезарядился. Так, Пинсикола. Ты умеешь играть или ты так? Дал по пенсиколе, не знаю, попаду, не попаду, а то он в поворот ушел. Пенсикола. Я, правда, не стал его покупать и сомневаюсь, что будет. Отвертелся. Ушел? Да. Так, а это, по-моему, по мою душу летят. Не, это по мою. Так, пенсикола. Ух, у них там дуэт. Дует. Да, что-то борт в борт притерлись друг к другу. И линкор с крейсером. Ну вот я туда и дал по ним. Не знаю, в кого из них попаду. Да. Ни в кого не попал вообще. Что за... Блин, что это за ботва? Эсминец он на вас лезет. Вражеский. Ой. Аккуратно, бы сейчас еще торпедами будет пулять. Так и будет, потому что уже в 6 километрах. Сейчас орудие успею развернуть, будет хорошо. Да, сейчас попытаюсь я на него переключиться, потому что мне кажется, что он опасней. Ох, озверевший, это что, Киев? А, ну так что удивительного. У него торпеды на 4 километра, по-моему. Поставь на него приоритет мелкого калибра. Поставил. Я в него не попал, нифига. У него скорость бешеная. Ну и я чё, у меня как раз не очень. Турбо включить. Ты блин, ну перезаряжайте же. Попадайте. Блин, попал на слабо. Как же тебе... О, выбил ему винты. Добивай. Красава. Есть. Красава! Так, давай смотрим. Ого, я опять вот... О, так, это что у нас там? Пенсакола стоит на месте. Нет, идет. Фусо? Но медленно. Фусо. Иди сюда, Фусо. А кто там вперед прется? Фусо, по Фусо давай. Давай по Фусо. По нему попасть проще, чем по Пенсаколе. О, да он еще и горит. Ну, да. Хорошо, сейчас. Хорошо горит. Хорошо, да.
Лорадоса нашего надо спасать, что-то он так бортом к ним повернулся. Есть. Давай, давай. О, он что-то как-то не очень внятно, по-моему, ползет. Ой, как у него. Этот, как это называется по-английски, это суперструктур. По-нашему, мостик, да? Или как это? Ага, хорошо выгорел. Сейчас я ему еще залпчик дам. Думаю, сдохнет. Давай, он как раз бортом тоже. Ну, я что-то помню. Ах ты ж, какая он хитрая, казалось. Вот собака. Ну, понимает, что бежать надо. Правда, его подожгли опять. Я, по-моему, сильно близко к парням подобрался. Подсандалился? Да. Ой, там торпедоносцы летят. Да, мочи их. Да мочи, подожди, да я фусо хочу домочить. Это не зависит, чинится. Понимаешь, будешь ли ты мочить фусо. Так, сейчас поближе к тебе, может, буду прикрывать хоть как-то от этих бомберов, торпедоносцев. Да ну что ж ты будешь делать? Что это по одному попаданию? Бомберы. А не, уже не успею я. Ох, их там, конечно, шайка-лейка. Да не говори, я тут еще и эти торпеды пустил, гад. Так. Ладно. Главное проскочить мимо этих торпед. А, он не на меня пустил. Так, Колорадоса забрали, надо валить отсюда. Уходим. Он умер. Давай разворачиваемся и уходим. Что там наши на том фланге делают? Они хоть базы там берут, или мы тут... Мы тут вдвоем базу защищаем, поэтому надо разворачиваться. Я, может, и убегу, а вот я не знаю. Хотя Конго тоже быстрый. Да, только... Так, они же еще и меня фокусят. Ничего себе. Опасные какие. Я уже не достаю. Так, а я ухожу в сторону, ну их в пень. Конечно, уходи в сторону. Там все такие дальнорукие. И длиннобойкие. Да, хватает у них. Они все у меня в 11 километрах. Ну, в попу. Так, что там происходит? Так, как бы от вас, ребята, отмазаться? Вот как-то. Команда противника начала захват точки А. Ну это не удивительно. Ну пока можно было бы отбивать ее, но. Ну там эсминец стал, как ты будешь отбивать? Ну ты да. Ты же не крейсера бил, ты же не увидишь. Вот и я об этом. Сволочи, головной калибр выше, блин. Ну что ты будешь делать? Хулиганы зрения лишают. Да не говори. Подлагивает чутка. Так, разворачиваемся. Это что, Йорк? А, ну с Йорком можно разбираться. На Йорке... Ага. На Йорке тут свои дела. Так, ты, по-моему, как-то чуть-чуть неправильно уходишь от них. Ухожу-то они тебя... Нет. Ух, ты видал, где их авианосец? Да видел, что толку. Он чуть базу сейчас будет брать. Ну а что мы можем сделать? К сожалению, ни хвинта. Он-то так идет, я не пойму как. Этот Йорк, что я по нему не могу попасть. Вот Будённый достал меня, этот Будённый. Да уж, Будённый может достать кого хочешь. Будённый возбужденный. Да, на тебя еще и бомберы летят. Да видишь. Стал приоритет ПВО. Так, есть. Все, Юрка, забодали. Я же чиниться-то не хочу, только из-за этих долбанных бомберов. О. Ну да, лучше после того. Там еще торпедоносцы. Вот это они тебя фокусят. Да пипец. Твари безбашенные. Ого. Ого. Так, у тебя там много еще жизни. Блин! А, да ты уже почти, почти не живой. Да 5000 осталось уже и так. Чинилки уже нету, да? Да только что включил.
после этих всех. Но я как раз бортом, получается, к ним всем. Все. Так, я тебе тогда ухожу, потому что я тебе уже все равно не помогу. Уходи, уходи. Ты тут ничем не поможешь. Я уже на себя принял все, что мог. Нюрнберг. Опа, Авик. Ничего себе, братишка. Вот это зверюга на Авике. Забиваю этого зверя. Как я его забью? Это ж надо еще его и попасть по нему. Он отворачивает. Вот так, наверное. Рейнджер, он не такой уж и быстрый. Ну, ты смотри. Да я бы не сказал, что он медленный. Так, смотри, у тебя точку Б кто-то берет. У меня? Это не у меня лично. Нет, ну у тебя под носом там. Где-то что-то крутится. Причем я не понимаю, почему наш мини-казы не видит его. Потому что там у них... дымов куча. Это делает Хацухару. И наугад не поймешь. Еще и попадает. Ну ничего себе. Ну ты знаешь, за счет того, что продержались. Мы ну, пока. Да, что... мне остается только не умереть. Честно говоря. Сволочи, точку отжали. Ну отжали, но все равно же очки идут у нас. Так, смотри, по-моему, авианосец на тебя послал. Всю эту кавалерию. Да, отомстить решил? Я ж по нему не попал, чё? Не знаю. Но бомберы точно на тебя идут. Да, он тут этот Хацухаря по мне уже торпеды отправил. Борт подставляю. Да, я вот так тоже подставил борт против торпедоноса. И меня просто добрали они, гады. А вот и он. А вот и кончай его. Сейчас буду кончать, что думаешь, взял да и кончил? Не думаю. Вот так нормально с него съехало. 7005. Ох, у меня еще и подлагивает. 4900. Там немного и осталось. Да ты шо, гад? Выжил? 1200, 725. 600, все. А, конец. Ну, меня только что залагало в конце самом. Прикол. Ну ничего. Фух. Главное, что победили. Да. Ну вот и победа на Кирове. Второй бой и победа. Первое поражение было. Ну что ж, с семерочками смотрим, что получилось. 30 тысяч урона. Хацухару повержен. Вот такое. Хороший крейсер, можно играть. Мне, по крайней мере, нравится. Даже стоковый. Так что спасибо за просмотр. Всем спасибо. До свидания. Успешных вам боев.